Всем добрый день, меня зовут Арли. Сегодня мы с вами будем готовить картофельную соломку в кисло-острым соусе. Приготовим некоторое количество картофеля. Лучше выбирать желтую сердцевину, она будет вкуснее и красивее. Режем ее соломкой. Нужно резать слишком на мелкую соломку, иначе она будет прилипать к стенкам сковороды. Нарезанную соломку выкладываем в холодную воду. Добавляем некоторое количество белого простого уксуса для предотвращения того, чтобы картофель потемнел от оксигенации. 5 минут замачиваем замоченный потом картофель. Слегка промываем для того, чтобы убрать лишний крахмал, из-за которого она может слипать. Приготовим достаточное количество сухого красного перца, острого перца. Выкладываем его также в холодную воду, для того, чтобы он не пригорал потом по стенкам сковороды. В кипяток в сковороде выкладываем нашу соломку на 5 секунд. После того, как она у нас ошварена, вытаскиваем ее и выкладываем в холодную воду для охлаждения. Так она будет у нас хрустящая. Готово. Воду сливаем. Стенки сковороды обрабатываем маслом. Масло сливаем. Добавляем достаточное количество масла для приготовления. Выкладываем острый перец на 5 секунд. Выкладываем нашу картофельную соломку. Переворачиваем несколько раз. Теперь начинаем готовить приправы. Соль 3 грамма, куриный экстракт 2 грамма, белый уксус 20 грамм. 30 секунд на бассейном огне, переворачивая обжаривание. Видим, как достать наш продукт из сковороды. Добавляем острого масла и обжариваем несколько секунд. Для равномерного покрытия готово, выкладываем на тарелки.